Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. Так, у нас третий день, и я забираю метель. Две штуки. Так, ну что, ребята, четвертую миссию я чисто случайно прошел. Думал, что у меня записывается, но, к сожалению, нет. Ну, я вовремя опомнился, посмотрел, и начинаем с пятой. Так, ну, сначала я заберу, наверное, так понимаю, реварды. Так, вот это вот все мне пригодится. Четвертая миссия была довольно легкая, ребят, ничего такого сложного там не было. Так, забираем с вами вот эти вот кристаллы. Улучшение. У меня три звездочки. И я хочу, ребята, улучшить, наверное, казармы, готовят солдат на 2 секунды быстрее. Но это мне не нужно, если честно. Мы что-нибудь покруче возьмем. Например, увеличивать дальность атаки каждого голема на 15%. Вот это вот, я думаю, уже будет около темы. Так, ну что же. Магазин. Что тут опять у нас в магазине? Рунные камни. А, бесплатно. Ну, конечно же, ерундовую какую-нибудь мне руну подкинут. Вообще с одной звездой. Все понятно. Так, погоди-ка секунду, а ключик это для чего? Для чего мне нужны здесь ключи? Так, посмотреть надо, ребят. Хм, непонятно. Ладно, обойдемся и без этого. Ну что же, у нас с вами пятая миссия, поехали. О, искусный тактик, пришло время применить ваше стратегическое мастерство, чтобы помочь Альянсу Энди и эльфов победить. Вместе мы устроим славную битву, которая навечно останется в истории Иории. Даже вот так вот. Ну что же, двоих бойцов я своих взял, у нас уровень сложности легкий, поэтому давайте приступать. Но... Так, уровень 4. Вторая ветка улучшений разблокирована. Спасибо вам большое. Так, судя по всему, ребята, мы должны будем с вами охранять вот эти вот рубежи. Так, у нас здесь уже какие-то походу... А, это эльфы. Это у нас стоят эльфы. Тут две дорожки. Также я вижу башни эльфийские стоят уже. Значит, будем, ребята, помогать им. Так, голема поставим сюда. Сюда, наверное, мы поставим мага. Так как эльфы у нас лучники, да? Можно немножко ограничить себя в этом случае. Сюда вызовем, наверное, наших бойцов. Также и вот сюда я хочу их призвать. Угу. Здесь поставим, скорее всего, магов. А здесь... Даже не знаю, кого, ребят. Голема, что ли, поставить? Ну, давай поставим наших лучников. Хорошо, так уж и быть. И улучшим казармы. Так, еще. Все, ребят. Я думаю, этого, наверное, будет пока достаточно. Наверное. Будем смотреть. Ну что же, пошла волна. Ожидаем, ребят, противников. Ну, посмотрим. Так, ну что, идут обычные холопы для начала, да? Пока я, ребят, не буду ускоряться. Надо посмотреть, что к чему здесь и почему. Так, маги. Слушай, ну, эльфийские лучники довольно неплохо их разбирают. Я бы даже сказал, очень хорошо. А, это не лучники, ребята, это у нас кинжальщики, оказывается. Я, честно говоря, думал, что это лукари стоят. А это у них, оказывается, ножи в руках. Ладно. Так, ну, пока вроде бы неплохо идет. Давайте, наверное, улучшим наших магов. Ого! Тут вызывается следующая волна. Значит, пойдет уже с четырех сторон. Хорошо, давайте мы поставим, наверное, здесь магов. Вот здесь вот. А вот тут... А тут пока ничего, потому что не хватает у нас денежек. Я буду всячески, ребята, помогать нашим союзникам-эльфам. Так, неплохо. Голема надо, ребята, улучшить. Сколько он? 200 монет стоит для того, чтобы его проапать. Ой-ой-ой-ой-ой, уже подкрадываются. Так, подожди секунду. У нас открылась вторая ветка. Давай я сделаю кинжальщиков вот этих вот, ребят. Нормуль. Ну, пока все получается. Пока ничего сложного здесь нету. И я хочу, наверное, здесь, ну, будем, наверное, все-таки делать паладинов. Вот, со второй казармой. Так, давай сразу следующую волну вызовем. И 190 монет мне нужно, да? 190 монет. Для того, чтобы... сделать паладинов. Все, ребята, теперь будем, наверное,
Улучшать. Так, тихо, не надо тут буянить, родные мои. Так, заморозочка подействовала. Пока не в заморозке. Ох, как мы их долго, ребята, разбираем, этих орков. Господи, очень долго. Так, и может быть, давайте, наверное, еще магов улучшим. Вот этих лучников тоже нам... Так, подожди. Че ж вы стоите-то, господи, вас разбирает, а вы стоите, даже не реагируете. Но, слава богу, они очень быстро появляются. Это большой плюс для нас. Так, давай... А, так я могу... Господи, если бы я знал. Я могу, ребята, улучшать и башни эльфов. Эльфийский воин атакует с двух рун, после чего враги истекают кровью за 6 секунд. Конечно, давай сделаем. Это, как говорится, постепенный урон будет у нас. Так, наверное, вот эту вот башенку я тоже хочу прокачать. Но на этот раз лучник пускает взрывную стрелу, которая наносит 70 единиц урона магического, да? Всем врагам в пострадавшей области. Слушай, надо сделать, ребят. 190. Так, изучаем. Так, смотри-ка, они потихоньку уже прорываются к нам. Вы не забывайте, что мне тоже можно прокачивать моих вот этих вот воинов. Так, что такое? Убийца активирует режим ярости, при этом на короткое время сила его атаки увеличится на 30%, скорость атаки на 30%, а броня сопротивления магии уменьшается. Слушай, против магов не пойдет. А вот это вот, каждая обычная атака наносит бонусный магический урон, равный 40% брони врага. Вот это уже около того будет, да? Нам, наверное... Нет, слушай, давай-ка мы лучше... Слушай, тут маги... Зелоты — это мистические волшебники, которые могут управлять временем и пространством. Честно говоря, не знаю, что они делают таким образом. Да и големов хочется, честно говоря, улучшить. Пускай он будет у нас дальше метать свои снаряды. Так. Пока вроде бы, ребята, все хорошо. У нас здесь будет 10 волн, мы уже с вами на 5. Опа, смотри-ка, какой-то красный. Тут еще, смотри, шаманы идут какие-то. Это маги. Оу, ничего себе, они тут вытворяют чудеса. Ну, лучники, слава богу, их расстреливают потихонечку, да? А, они отхиливаются. Понял. Фига тут их бегунов-то этих появилось. Так, давай лучников наших, наверное, укрепим. Вот так вот. Слушай, и готовимся к следующей волне. Ребят, 6-я волна. Пока все идет хорошо. В данный момент... Да, многие мне сказали, что это клон Kingdom Rush. Я не спорю, ребята, что это клон, но согласитесь, Kingdom Rush я все-таки уже прошел. Да, пускай не все части, хотя у меня было такое желание, но судя по тому, как вы отреагировали, я не стал дальше проходить. А вот в эту игру я не играл, поэтому мне захотелось просто-напросто посмотреть. И она вроде бы неплохая. Так, я получил какое-то новое достижение. Конструктор. Угу. Оу, тихо. Вот это мне не нравится, кстати, вот это мне не нравится. Ты посмотри, куда они прут. Родные мои, вы не припухли ли, а? Так, давай-ка мы, наверное, я не знаю даже, что и сделать в нашей ситуации. Улучшить стрелков, сумеречные лучники. Так, они могут усыплять врагов. Наверное, вот это нам и нужно сделать. Давай вот так вот. Вау, прикольно смотрится. Так, опять маги, но это ватные маги, ребят. По ним сразу видно, мы их разбираем. Так, вызываю следующую волну. Вызываем с вами следующую волну. И вот они ползут. Так, у меня очень мало монет. Мне не хватит, ребята, до второй стадии прокачать эльфийских лучников. А здесь тоже не хватит. Не знаю. Так, можно подсобить. Хотя я пока не вижу здесь надобности в этом деле. Давай-ка отменим. Пока мы тут справляемся с вами. Даже очень неплохо. Вы извините, я практически всю игру вот эту вот без ускорения. Ну, ребят, я надеюсь, вас это не смущает нисколечко. Третий уровень магов у нас. Вот эти вот жиробасы, насколько я помню, у них очень плохая сопротивляемость именно к магии. Так, ну куда ты побежал, родной мой? Так, здесь нужно, да, надо подкопить монет нам побольше, чтобы мы могли дальше с вами прокачаться. Опять эти хиллеры, да? Один эльф, конечно, здесь не может с ними справиться. А они выкачивают энергию жизненную из наших эльфов. Вот оно что. Они выкачивают из них жизнь и поглощают к себе.
Понятно теперь, что они делают. Так, ну что же. Давай мы, наверное, улучшим наши башенки, да, эльфийские. Я думаю, от этого будет большой толк. И, кстати, не забываем про наших паладинов и про наших сумеречных воинов. Ой-ой-ой, маг, почему-то ты слабовато как-то наносишь урон. Очень слабенько. Так, маг. Вся проблема, конечно же, в деньгах, в монетках, которые мы с вами зарабатываем. Так, голем наяривает. Кстати, вот здесь можно тоже поставить одного голема. На всякий случай, буквально, ребят, чтобы он прикрывал. Так, давай-ка вот здесь мы их заморозим. Они там что-то, я смотрю, совсем уж оборзели. Ой-ой-ой, как ты маленько наносишь урон. Нет, ты не справляешься. Ты посмотри, какая здесь заваруха идет на нас. Охо-хошечки, ребята. Я не знаю, мне, наверное, надо нашего воина вот сюда поставить. На всякий случай, потому что я боюсь... Так, давай вот так вот сделаем. Слушай, дай-ка я их накажу. Накажем их, ребята. Вот таким вот образом. И разберем. Ко всему прочему. Все, родной, возвращайся на место. Ты хорошо поработал. Я тобой очень горд. У него, кстати, второй уровень, да? По идее, наших бойцов, вот этих вот, ребята, нужно тоже прокачивать. Я не помню, у них опыт растет от того, что они воюют или нет. Пускай они воюют, в конце концов. Так, здесь заморозку сделаем. Вот так. Так, отойди-ка, наверное, вот сюда вот. На передовую. Так, у нас, ох, у нас с вами очень много, кстати, уже монет. И мы можем 360 для того, чтобы улучшить голема. 360 монет нужно. Хорошо, я подожду. Я попытаюсь все-таки, ребята, улучшить его. Кто это у нас такой? Это могучий голем, который может контролировать силу земли и замедлять врагов вокруг себя. Ох ты! Дыдыч, неплохо он там бомбит. Отлично, мне нравится. Давай следующую волну призовем. Это финаль. Это босс? Ребята, это босс у нас тут. О-оу. Так, давай, родной, иди сюда. Ты должен нам тут помогать. Так, заморозку бросим. И вот так вот. Пускай он, ребята, присутствует в битве. И лучницу мы, кстати, вот сюда тоже поставим. Она должна атаковать. Она должна работать, а не стоять там, прохлаждаться. Ты будешь стрелять или нет? Так, и попробуем, ребята, голема улучшить. Блин, да мне тут... О-хо-хо-хо-хо. Ничего себе тут заваруха. Ребят, смотрите, что происходит. Давай вторую стадию прокачаем. Он еще к тому же и маг. Он бросается фаерболами. Я не знаю, мне можно использовать, конечно, магию. У нас есть вот такая штука. Давай проверим. Все, мы их заморозили, да? Так, попробуем, ребят, бомбануть. Так вот. Отлично. И еще заморозку поставим. Пускай эти олухи там погибнут. Голем, по крайней мере, старается очень сильно, пытается. Так, у нас здесь, ребята, новые какие-то... Да как мне сдвинуть-то? Что здесь у нас вот это такое? Древний ударяет по земле, нанося ближайшим противникам 180 единиц урона. Физического урона, да? Уменьшая короткое время силу атаки. А это скорость передвижения. Не, давай вот это... Да елки-палки, давай вот это вот изучим. Фига, у него там ладошки. Ой... Отойди. Блин, не успел, ребята. Мои бойцы все погибли. Как так? Как так получилось? Давай вот этого, ребята. Чтобы у нас были разные маги. Ну, смотрите. Мы его зачекры... Он отхиливается? Так, давай-давай, бомби. Есть. Мы его убили. Ребята, это был наш первый босс. Да, мои герои, конечно, не выжили, но тем не менее. Новое достижение я получаю. Это сериал киллер, да? Серия убийца. Ну что же... Продолжить, конечно же, продолжить. Так. Что здесь показывает мне? Выгодное предложение. Так, набор могущественных героев. Ничего себе. Меч Энди. 190. Разблокировать героя Леон. Соблазнительно, ребята. Очень соблазнительно, поверьте мне. 200 рублей. Вместо скольки? Вместо 200? Ну, 100... 200 рублей вместо 800? Оу. Слушай, а мы же
Блин. Купить, не купить, купить, не купить, а? Что вы думаете, ребят, купить или не купить? Вот, честно говорю, мне очень хочется приобрести его. У нас лев, он где стоит? Вот он, это вот он, да? Леон. Да, это он, ребята. Вуконг. Репликация, да? Огненный разрез. Леон пускает многочисленные ударные волны, которые наносят все 50, 75 и 100. Потом идет это. Звериная ярость. Теперь ударная волна наносит... Короче, понятно, у него все по волнам. Получить 100. Разблокировать сейчас. Соблазняет меня, гаденыши. Я пока, ребят, не буду. Пока не буду. Забираем наши реварды. Так, герои. Мне нужно улучшить моих вот этих героев. Так, что это у нас? Гильотина. У каждой обычной атаки Джейфа есть шанс мгновенного убийства цели. Не применяется, конечно же, к боссам, это понятно. А вот это что такое? Джейс бросает флаг правосудия рядом с собой, тем самым увеличивая на некоторое время скорость атаки союзников до 90%. Повысить. Сколько у меня? У меня, ребята, есть гемы. А я даже не знаю, ребята. Обычные атаки Джейфа теперь наносят противникам урон по площади. Вот это вот нужно сделать. Это обязательно нужно. Да, я хочу потратить самоцветы. А почему не прибавилось? Тут должно было прибавиться. С какого перепуга? Давай еще раз попробуем. Не понял я. Так, ну-ка, если я закрою и опять включу. Подожди, а почему не прибавляется-то здесь? Хм. Так, особое снаряжение может быть получено... Что? Только в режиме Титан. Оно находится в режиме разработки Титан. То есть эта игра еще и разрабатывается до сих пор, по ходу дела, да? Так, ну что? Что мы можем, ребята, сюда, например, посмотреть на... А, тут у нас руны все. Здесь тоже, ну, я думаю, что есть что-то более-менее лучшее. Улучшить. Многократно. А я могу просто снять и... Да, я могу, ребята. И надеть. Вот так это все делается. Так, что дальше? Облик, параметры. Ледяная стрела. Прицельный. Шанс критического урона Арен увеличивается, понятно. Меткий стрелок. Ну вот смотрите, ребята, да? По идее должно открыться. Почему-то повышается уровень персонажа. А вот это-то не... А, я ошибся, ребят. Наверное, здесь нужно было вот так вот обучение ставить. Единицы навыка, да. А я просто повышал уровень героя. Вот она моя ошибка. Так, ну что же, давай прокачаем, наверное, вот это вот до трех. Все, я понял, ребята. Прокачка уровня и прокачка скиллов — это совсем разные. Ну что же, хорошо, что вовремя дошло. Ну, друзья мои, переходим, наверное... Так, подожди, опять улучшение тут у нас горит. Ага, у нас 4 очка есть. И давайте мы, наверное, с вами прокачаем. Уменьшает стоимость строительства и улучшения башен големов на 15%. Увеличивает броню и сопротивление магии каждого героя на 25 единиц. Каждого героя. Понял. Каждый выстрел теперь игнорирует 20 единиц брони. Улучшим, ребята. И, наверное... Так. Увеличивает дальность атаки башен магов. Все, ребята. Полностью потратили с вами все очки. И переходим на шестую миссию. После последней битвы люди и эльфы решили объединиться. Этот альянс очень силен, но все же в одиночку ему не одолеть империю Гронда. Поэтому принц Джейф собирается отправиться к Железным холмам, где живут гномы, и заключить с ними союз. Довольно заманчиво, ребята, мне нравится. То есть мы здесь соберем всех, да, светлых эльфов, я не знаю, темные, наверное, не будут. Так, погоди-ка секунду. Наш рубеж находится вот здесь вот. То есть мы должны вот здесь вот стоять. Почему это у меня Джейф стоит не там? Слушай, хотя нет, ребята, Джейф вот... Подожди-ка, тут смотри-ка, как хитро сделано. То есть они могут и отсюда пойти, и отсюда, да? Значит, наша основная задача как-то вот здесь сконцентрировать все силы к атаке. Поехали, ребята. Здесь будет у меня, например, стоять голем.
Здесь мы поставим с вами бараки. Подожди, бараки. Да, бараки — это, конечно, все хорошо. Но как тебе объяснить? Они здесь вряд ли справятся. Давай-ка мы, наверное... Черт, я не знаю, как сделать лучше. Давай вот сюда мы Джейфа поставим, да? Вот они будут вдвоем здесь стоять. Лучника мы влепим сюда, потому что нечего ей будет прохлаждаться. Она должна будет атаковать. Вот здесь пускай она стоит у нас. Так, хорошо. Здесь поставим... Нет, даже вот здесь. Вот здесь мы поставим с вами казармы. Так, ну, вроде бы как бы преградили мы им путь. Дальше надо нам сделать... Вот сюда мы поставим магов. Сюда поставим лучников. Сюда я поставлю, наверное, еще одного голема. И вот здесь будут уже лучники. Ну, пока как-то вот так, ребята. На большее я не согласен. Хотя вот здесь вот лучников еще можно влепить. А здесь, наверное, магов. Попробуем, ребят, вот такой вот тактикой. Не знаю, что у нас получится, но факт то, что здесь будет 11 волн. Это немало, поверьте мне. И, конечно же, будем улучшать. Надо было мне казармы улучшить. Так, ты куда побежал-то, эй, парень? Взял, подорвался что-то с места. Да, вот это, конечно, то, что очень короткая дистанция. Это нам в минус идет, на самом деле. Давай улучшать лучников. Ну и, конечно же, нужно улучшать казармы. Потому что если будут вот такие солдатики у меня стоять, естественно, они здесь пройдут мимо с полтычка. Смотри-ка, как она хорошо бомбит, ребята. Она очень хорошо стреляет. Но Джефф у меня все-таки 5 уровня, и он довольно лихо справляется с врагами. Так, казарму сейчас мы улучшим с вами, да, на 1 уровень. Но нужно на 2 уровня повышать, потому что, ребята, я хочу себе элитных воинов, а не каких-то тут ущербных солдатиков. Так, я думаю, что следующую волну можно спокойно призывать. Да, вот тут, конечно, когда они пойдут со всех сторон, это будет что-то с чем-то. Надо, ребята, как можно быстрее к этому делу подготовиться. И, конечно же, вот, мы сейчас с вами... Я думаю, что здесь лучше взять убийц. Возьмем убийц, а здесь вот из этих парней мы сделаем с вами паладинов. Как обычно, по стандарту, да? Ага, вот, ребята, и орки пошли, смотрите, вот они по этому пути побежали. Ага, тут и так, вокруг, как хочешь, короче. Вот это я зря здесь заморозил, потому что до них не достают практически самые основные мои силы. Надо было, когда у нас тут заварушка уже начинается, в этом плане, да. Так, ну что, 200 монет есть, поэтому делаем из них вот таких убийц. Так, мой воин что-то здесь пригрустил. Надо его, ребята, отправить на передовую. Вот где-то здесь пускай стоит и будет разбираться с ними. Не зря я на него потратил столько гемов, заработанных честным трудом. Ух, как големы-то тут наяривают. Мне нравится, ребята. Просто бомбически расписывают их. Давай-ка мы, наверное... А, 280 нужно, да? Вот так вот. Ну что же, выпускаем следующую волну. Так, наверное, нам уже надо будет вот сюда переместиться. Так, лучнички вот эти хорошо работают, да? Они их как раз встречают, ребят, на самом выходе. Поэтому нормуль. Надо их улучшить. И, наверное, даже очень хорошо. Бумс, разнесли. Так, а эти-то у меня, да, действительно, я про этих-то совсем забыл. Они у меня не улучшены и вообще нисколечко. Так дело не пойдет. От них должен быть толк. Так, ну, этих монахов мы с вами, как видите, пока расписываем довольно неплохо. Так, денег накопил, давайте улучшать. А нужно будет еще улучшение сделать. Давай, Джейф, мочи их тут всех. Смотри, на 5 уровне он довольно неплохо клепает. Просто их вообще разносит в пух и прах. Так, улучшение. Давай еще улучшим. Подожди, вот. Ну и потом уже нам надо будет сделать из них паладинов. Я думаю, это будет оптимально. Паладинчиков мы сделаем. И, конечно, хотелось бы улучшить вот эту вот башню. Башню стрелков. Так, ну куда вы там идете? Я выпускаю... Ох ты, ребята, это кто такой? Тролль. Очень большое и свирепое существо. Это танки армии Гронда. Высокая выносливость может оглушать ближайших врагов.
Ядрить тебя на корень, появился. Давай, ребята, магов будем... Черт, он меня обманул. Он пошел, я думал, здесь пойдет, а он, видишь, в обход решил. Ладно, посмотрим, на что этот парень способен. Они с двух сторон причем идут, но маги, ребята, их пробивают. Это хорошо. Поэтому смысл прокачивать магов, конечно же, здесь есть. Ты куда пошел-то, Джейф? Иди сюда, обратно вернись, пожалуйста. Не надо самодеятельностью заниматься. Стой на месте, не шевелись. Так, давай посмотрим, ребята. Паладины-то мои, где? Вот они. Я про них совсем и забыл. Так, прокачка, прокачка вот этих... Нет, мы хотели вот этих лучников с вами прокачать. 150 монет, сейчас подождем и займемся этим делом. Вот так вот. Так, тролли идут. Слушай, по-моему, мне нужно вот этим вот... Хотя нет, справились они. Я уже думал, нужно будет подсобить магической... Этой, ледянкой, да? Чтобы они тут заморозились. Ну, пока хорошо. Давайте следующую сразу же призывать. Пока... На тепленькую, как говорится, идет. Так, этот голем у нас, конечно, вообще никчемный в данный момент. Потому что, ну, сами понимаете, первая стадия, урон минимальный. Просто минимальный урон. А вот этих лучников прокачать нужно. 210. Сейчас подождем, накопится, и мы с вами активируем. Так, 209. Еще убейте там одного воина какого-нибудь, пожалуйста. Все. Вот так вот. Секунду, тут что-то как-то... Мне не нравится вот эта заваруха. Вот так-то будет оно, наверное, получше. Так, паладины. Не стоим, не рассусоливаемся. Опа, смотри, что происходит, ребята. Потихоньку хотят пройти. Эльфы. Давайте вот так вот. Я немножко вас улучшу, так сказать, для себя же. Следующую волну я призвал. Джейф вообще оборзевший, просто бежит, куда глаза глядят. Да куда, как говорится, может. Так, а мы здесь могут увеличивать силу ближайших башен и усыплять. Так, вот это нам нужно, ребята, Стражи Рассвета. Будем с вами Стражи Рассвета именно делать. Вау. Светленькие такие, да, прикольные. Так, ну что же, пока вроде бы, ребят, все у нас под контролем, все хорошо. Ух ты. Увеличивает скорость атаки этой башни на 3 секунды в течение этого времени. Каждый выстрел... Что там делает каждый выстрел? Наносит врагам 30 единиц физического урона. Это хорошо. Погоди, 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 что-то тут... Что тут, ребята? Заваруха какая-то не кислая пошла. Надо здесь, наверное, улучшать нам. Вот так вот сделаем. Так, следующая волна пошла уже автоматически, даже не надо было призывать. Слишком долго мы с ними тут люлюкаемся, как вы видите. Давай-ка я маленечко, ребята, ускорюсь. Совсем чуть-чуть. Так, Големыч, давай-ка мы попробуем, наверное, вот эту вот ветку прокачать. Это у нас будет энд. Так, вот такой вот. С корнями, чувак. Ну, пока нормально, ребят, пока все хорошо. Вот здесь вот заваруха не кислая. Справились, молодцы. Так, паладины. Давай вот это вот, чтобы они восстанавливали себе здоровье. Это будет самое то, что нужно. Так, ползут. А, у голема, смотри, ребят, что у него там можно прокачать? Призывает шустрый саженец и кидает его на дорогу. И взорвется? Оу. А это... Каждые 12 секунд древний бросает магический камень, который усиливает эффекты отравления. Нет, лучше я вот это вот. Эй, саженец. Так, вызываем, ребят, следующую волну. Это у нас, ну, почти предпоследняя. 9 из 11. Так, этим надо... смертельный выстрел, во. Давай вот так вот сделаем. Да, небольшой, конечно, шанс, но смертельный выстрел — это всегда good, согласитесь. Так, вот этого големчика надо мне, наверное, тоже, ребята, прокачать маленько. Вот так, чтобы хотя бы от него был толк. Так, босса, надеюсь, здесь никакого не будет. Мы идем с вами, не забывайте, к гномам. То есть мы должны
открыть после этого гномов, судя по всему. Так, улучшим. Еще. Так, отлично. Магов. Что-то вот я про магов, ребят, все время забываю. Маги очень хороши против и как раз вот здоровых самых таких танков. Они их очень классно бомбят. Ну и энд тоже не кислый, согласитесь. Нормуль. Вообще бомбит божественно. Так, големчик, давай-ка мы, наверное, из тебя сделаем вот этого. Потому что у нас один энд уже есть. Так. О! Круто. Так, ну что, прикинь, да? Последняя волна, ребята. Финал. Финал вейв. Да, давай посмотрим, насколько они тут сильны будут. Так. Давай вот этого мага сделаем. Ё-моё, там... Подожди, а где мой Джефф опять? Иди сюда, там чуть было не пробежали эти охламоны. Так, давай вот так вот лучников, ребята. Воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо подходить. Так близко. Неужели справились? Да, ребята, мы прошли на 3 звезды. Bloodlust. Продолжить, конечно же. Так, что на этот раз? Счастливый сундук. Ага, счастливый сундук. Мега набор рун. Нет, я воздержусь. Так, дайте мне, пожалуйста, мой ревард. Отлично, спасибо. Улучшение, сколько? 3 звезды. Так, ребята, мы можем с вами... Что это такое у нас? Уменьшает стоимость строительства улучшения башен. Каждый выстрел теперь игнорирует 15 единиц сопротивления магии цели. Вот это нужно будет, потому что потом будут противники, у которых будет иммунитет как раз именно к магии. И чтобы у них его было меньше, мы с вами это изучили. Так, чемпионский пак. Зелос и Вукон разблокируются. Плюс дается вот этот финет. 300 рублей, ребята. Плюс 6 тысяч самоцветов. Блин, ребят, ну, я не знаю. Мне и хочется, и я не знаю просто. Ай, как хочется, такие плюшки. Ну что же, ребята, что-то про гномов пока тут промолчали. И у меня тем более VIP 0. Тут еще и есть VIP, оказывается, да? Так, ну что же, переходим на 7-ю миссию, ребята. Болото Грейуотер. Первое препятствие, которое придется преодолеть воинам Альянса, это болото Грейуотер. Здесь отличное место для того, чтобы устроить засаду. Армия Гронда, несомненно, об этом знает и наверняка направит сюда своих солдат, чтобы предотвратить наш союз гномами. Надеюсь, вы поможете нам преодолеть эти земли без потерь, а? Гениальный тактик. Конечно, помогу. Конечно, помогу я вам. Куда ж вы без меня, родные? Мне самому нужен союз с гномами. Так, и у нас рубеж. 2 рубежа, ребята. 2 рубежа. Вот. И вот. Значит, мы... Так, подожди, подожди, радость моя, иди сюда. Вернись. Ты тоже вот сюда встань. Вот эти вот болотные какие-то споры мне не совсем нравятся, честно вам скажу. Так, ну что же, для начала вызываем, конечно же, казармы. На казармах будем с вами здесь осваиваться. Так, тут у нас 3 дороги. Соответственно, они пойдут по любой из них. Надо нам... Во-первых, сюда поставим голема. Это раз. Вот сюда поставим голема. Так, сюда мы поставим лучников. Сюда я поставлю, наверное, магов. Так, здесь у меня будут стоять лучники. А здесь мы поставим... А здесь мы кого поставим? Здесь мы поставим, наверное, голема. Так, улучшим с вами казармы. Так. И еще вот здесь вот. Ну, пока, ребята, хватит. Погнали, будем смотреть. Будем смотреть. У нас опять 11 волн здесь будет. Подожди-ка, а эта кислота их убивает, что ли? Я не могу понять. Смотрите, они идут и, по-моему, как будто бы отравляются. Ну, слушай, ну это же классно, если оно так. Это очень классно. Так, ну что же, я буду улучшать. А вот так вот сделаем. Будут у нас убийцы сумеречные, да? Сюда, наверное, нам надо будет поставить стрелков.
Ну, точнее, я хотел сказать лучников. Да, ребята, я поставлю сюда лу... Блин, что-то они как-то... Нет, подожди секунду. Наверное, мы вот так вот сделаем с вами. Пускай как-то хоть немножко здесь их пощекочат. Мои вот эти вот солдатики. Угу. Сейчас, естественно, ребята, я улучшу здесь. Но немножко неправильно сделал. Потому что они будут... Хотя мы можем вот так вот переправить. Вот сюда. Пускай они появляются здесь. Ой-ой-ой, он даже не успевает появиться, как его ребята убивают. Это грустно. Это грустно на самом деле. Какие же они слабенькие, без прокачки, ребята, посмотрите. Так, отсюда идут, да? Ну это маги. Ладно, с магами пока все отлично. Смотрите, действительно, мои воины стоят здесь и травятся. Надо как-то их вот сюда, наверное, сместить маленечко. Ой-ой-ой-ой-ой, Джефф, я не знаю, может быть, тебе сюда лучше попасть как-то, на эту территорию, потому что, ну, как-то мне не нравится совсем, что здесь происходит, или же нам нужно как-то прокачиваться, усиливаться. Так, сюда, наверное, лучше нам поставить стрелков. Как-то вот так вот. Это, ребята, из расчета того, что здесь вот есть вот эти вот ядовитые, как бы сказать, споры, которые травят. То есть они уже к нам подходят, у них половина здоровья всего лишь остается. То есть нам просто надо их добить тупо. А если бы они шли с полным здоровьем, было бы намного все сложнее. Значит, здесь будут очень крепкие враги. Стопудово какие-то даже новые, наверное, появятся. Мне почему-то так кажется. Ну что, я думаю, маленечко ускориться никто не будет против. И надо мне... Так, там у меня... Вот сюда мы ставим паладинов. Так, три голема. Надо хоть какого-то голема, мне кажется, прокачать. Я думаю, что вот этого, на распутье. Это будет оптимально для нас. Так. Ай-яй-яй, мои солдатики сами себя загоняют в ерунду, так скажем. Ну. Так, голем, давай-ка мы тебя, наверное, прокачаем чуть-чуть. Хотя лучше по полной программе, да? 280 нужно монет. Так, и маг вот этот тоже хорошо здесь зайдет. Оп! Тихо, ребята, тут уже опасно. Тут опасно. Лучников надо укрепить. Так, секунду, ребята, я замедлюсь чуть-чуть, потому что, ну, какая-то ерунда получается здесь на самом деле. Мы можем с вами просто профукать тот самый момент. А если я их, например, замораживаю на яде? Да, ребят, смотрите, они в заморозке тратят здоровье свое. Вот это прикольно. То есть это нам выгодно даже. Так, лучнички мои родные, давай улучшим. Шикарно. Так, выкачивают, да, здоровье у наших паладинов. Подойдите-ка вот сюда поближе. Наковыряйте им. Так, големчик, я не могу, да, тебя улучшить пока. Пока не могу. Следующую волну я вызываю. Ну да, это вот получается у нас как бы два основных голема, это вот эти вот. Потому что этот прикрывает вот эту всю дорогу. И вот этот. А этот у нас как бы здесь просто так для прихоти. Мы его поставили сюда. Хотя шаманы идут. Это уже, ребята, далеко не прихоть. Это уже далеко не прихоть. Так, срочно нам нужен маг. Причем прокачанный здесь нужен маг. Так, бомбим. Так, этого минус о нем. Так, секунду. Замечательно. Так, у меня, блин, вечная вот эта вот нехватка финансов. Вечная, ребята, просто нехватка. Лучники. Какие там у нас? Это сумеречные, нам нужны светлые, да? Это солдаты рассвета. Вот они. Отлично. Ты посмотри, что тут-то происходит. Что-то у вас тут, ребята, по-моему, много скопилось. Лучники, вы почему не помогаете? М? Не успеваете, хотите сказать? А должны успевать. Сейчас мы, ребята, улучшим. Так. Отлично. Болото, да, какие-то? Через болото мы с вами идем. Наш путь стоит. А они, видите, с каких-то гор вылазят. Ну ладно, хорошо. Так, можно, наверное, маленечко ускориться. Пока есть такая возможность. А эти-то до сих пор у меня олухами стоят.
Я про них и забыл. Тихо, подожди, а это кто у нас такой? Варг. Быстрые и яростные звери, от одного укуса которых их жертва может истечь кровью. Быстрая скорость передвижения накладывает эффект кровотечения на своих противников. То есть постепенный урон они вешают. Ёлки, поскольку их тут много-то бежит. Давайте срочно, ребята, как-то улучшать наших юнитов. Да, здесь нужно голема прокачать на замедление. Вот, ребят, на что. Если мы хотим, чтобы вот эти юниты не пробежали так быстро. Так, следующая волна, и смотрим, кто у нас тут будет. Значит, появились варги, да, уже? Недолго они заставили себя, конечно, здесь ждать, на самом деле. Куда ж ты в болото-то зашел? Хотя, в принципе, ребята, пускай они стоят на болоте. Но эти же тоже тут дерутся. То есть они тоже, ребята, тратят свое здоровье. И это большой плюс для нас. Так, маг. Надо нам одного мага еще прокачать довольно неплохо. И я думаю, что... Тихо, это кто? Ой-ой-ой-ой-ой, бегут, ребята, бегут. Бегут псы. Варги. Нам нужно их, наверное, вот так вот сделать. Пускай стоят здесь, да? Так, паладины, давайте-ка мы, наверное, вот так вот вам прокачаем. Восстанавливайте себе здоровье. Господи, что тут? Чуть было, ребят, не сфейлился. Чуть было не сфейлился, а? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, разобрались, да? По-моему, пока никто у нас тут не пробежал. Из левых. Опять эти бегут, а? Псы войны. Так, ну что, голем там неплохо помогает. Отлично. Нам нужно, ребята, голема-замедляльщика делать. Это у нас, по-моему, энд, который именно по замедлению. Но, так, замечательно. Не хватает совсем чуть-чуть, ребята, чтобы пропать его на третью ступеньку. А после этого уже будет специализация. Вот так вот. После этого мы можем уже из него делать либо энта, либо того светящегося голема. Так, а это восьмая волна. То есть еще три волны будет у нас. Упс, тихо. Заморозим. Я не хочу, чтобы эти олухи здесь проходили. Вообще, давай-ка мы ее сюда вот поставим. Почему она у нас... Ёлки ты палки. Ты хорош, что там творится? Давай, 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 вали их всех налево и направо. Воу. Одним рубком просто всех валит. Красавчик. Так, где у нас энд? Вот он. И специализация будет именно... так, по-моему, я не того поставил, ребята. Саженец догонит, это все понятно, не того я поставил. Так, пошли у нас тролли. Погоди, что ж ты стоишь-то, Джейф? Отойди, там же яд, господи, стоит там, целуется с землей. Ох, елки ты палки. А ну-ка, заморозку. А там еще и варги бегут, ты прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А ну-ка, вот так вот. Давай мага, наверное, своего, какого? Давай вот этого, наверное, выучим. Так, черт подери. Напряженный момент, ребята, очень напряженный. Големчик, у тебя сколько нужно? Так, 330 для этого корешка твоего, да? Маленького поганца, который будет ловить врагов. Ну ладно, осталось совсем маленечко. Ну, давай, 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 родной мой. 330, отлично, все. Выкидывает он своего этого паршивца, маленький саженец. И он нам будет теперь помогать. То есть он догоняет противника и взрывается. Это то, что нужно. Так, а это что такое? Для атаки врагов призывает могущественного дракона. Улучшение этой способности увеличивает силу дракона. Ничего себе. Надо прокачать. Надо, ребята, обязательно прокачать. Я хочу посмотреть, как это он будет призывать дракона. Вот тут, конечно, у нас не особо хорошая, да, согласитесь, оборона. Два корня выпустил уже. Саженцы, точнее. Так. Ну, пока неплохо, ребята. Пока сдерживаемся, да? Заморозочка. Варги опять бегут.
Так, давай-ка мы бомбанем здесь. А почему? А кто оглушил-то, я не понял. Ух, тихо, ребята, смотри, что происходит. Господи, заморозку. Нифига себе, я ни за что бы не подумал, что они пробьются здесь. Но они пробились. Они пробились, ребята. Финальная волна. Подготавливаемся, ребята, это уже будет не шутки. Тут уже будет не шутки. Если я уже использовал магию. Да уйди ты, Джейв, ну что ты там вот стоишь. Я не понимаю, что тебе вот нравится, что ли, получать отравление или что? Давай, ребята, по максималке. Нет, он опять взял туда и побежал, а? Ну, Джейв, ну уйди ты, пожалуйста. Ну вот стой ты вот здесь, вот, господи, нету. Твою же налево. Ты посмотри, что происходит, ребята. Ты посмотри. Ёлки ты палки. Жесть какая-то. Ядрить тебе на корень. Блин. Ребята, я вызываю. Кого я вызываю? Я никого не вызываю. Во, вот это вот, попробуем. Я думал, что будет намного лучше. Но, тем не менее, ребята, мы выиграли с вами. Фух. Немножко я пожанулся, если честно. Я думал, пройдут все-таки. Так, фестиваль полудня. Че тут? Загораться, бонус. Загораться, чему? Ну, давай загоримся. И... А, нам не хватило, да? Бонус. Я не могу понять немножко. Нам не хватило, чтобы зажечь пятый фонарь. Ладно, может быть, мы с вами еще получим. Ну, слушайте, ну если тут вот эти всякие события и тому подобное, то я могу сказать вам одно. Игра поддерживается. Да, поддерживается разработчиками. Иначе как, они сами по себе бы эти события были? Нет. И это хорошо, в принципе. Так, 4 очка у нас есть. И давайте мы, наверное, с вами улучшим. Улучшим. Ну, давай начнем солдат улучшать наших. Все-таки они заслужили это. Так, разблокировать сейчас нужно 100 кристаллов, а у нас только 90, да? То есть это метеориты игнорируют 15% сопротивления магии врагов. А, это у нас, понял, это спецудары. А вот здесь вот что нужно? Увеличивает урон башен лучников на 10%. Увеличивает скорость атаки солдат на 20%. 600, ёкалом, 600 нужно! Вы вот это серию 600. О, ребят, ну это понятно. Это очень долго. Придется нам заниматься этим. Так, я могу? Нет, я не могу, ребята. У меня нет очков, к сожалению. Поэтому обучение не получится. Но я могу повысить ранг. Ну а нужно ли? Я думаю, что пока нет. Пока нет. Вот ревард я с удовольствием заберу. Черный магазин. Бесплатно. Вознаграждение. А, я понял. Понял, что мы с вами получили. Получили одну из магий. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этом мы с вами закончим сегодняшнюю серию, да? Надеюсь, вам понравилось. Ну и, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно продолжим проходить эту игру. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!